Готовлю курочку. Это мясо с голяшек, без косточки. У нас гуляш называется. Нашла какой-то рецепт, неизвестный ранее мне. Нужно взять сливочное масло, растопить его. Но я сюда добавлю еще немножко растительного, потому что где взять столько сливочного масла? Добавить туда горчички. В общем, на глаз, я думаю, добавить и перемешать. Натереть сыр, пармезан желательно. Но где взять пармезана? Это обычный сыр, называется он эмменталь у меня, делюкс. ВТБ продается. И он продается пластинками. Я его натерла на терку. Потерся хорошо, неплохо. Взять панировочные сухари и смешать с сыром. Здесь я уже одну пластинку смешала. Мне показалось мало, поэтому пойдет туда и вторая. И жужжат, и жужжат. Покоя нету. В общем, это все перемешать с сухарями. Сыр перемешать с сухарями. Затем берем кусочек мяса, макаем в этот соус. Здесь я еще все смешать должна. А затем уже обволакиваем в этой панировке. Вот такой получился соус масляно-горчичный. И в него мы должны макнуть кусочек мяса. Макаем. Затем сюда макаем. Это можно обжарить, а можно выложить на противень и в духовку. Но я на противень не буду выкладывать, я буду выкладывать в стеклянное блюдо. Уже как запечется, так и запечется. Мне слишком румяна не надо. Так, макаем. Обволакиваем. Укладываем. Теперь это отправляем все в духовку. Ой! Ой! Раул. Ну, в общем, в духовку. Духовку поставила на 200 градусов, а то иди голодный, хочет сильно есть. Надо побыстрее. Ну и может быть подрумянится лучше. Вуаля! Прошло минут, наверное, 20, и вы знаете, я вам скажу, отличное блюдо получается. Обжаривать я вам не советую, нет. Обжаривать я вам не советую. Вот в духовочке готовится быстро, вкусно, румянится, не вредно, ну сравнительно. И мне кажется, главное не передержать. Главное не передержать. Но так получается вообще бомба-ракета. Пушка-бомба-ракета. Ай, ай, горячая. Ну, теперь осталось только попробовать. И готовим. Вот это да. Знала бы я раньше, готовила бы только так. Получилось мягко, ой, сочно, необычно. Откуда что-то попробовать его? Можно вот маленький кусочек. Товарищи, бомба. Немножко соли не хватает. Соль можно добавить просто в тарелку или предварительно посолить соус.